Всем привет! Сегодня у нас 11 сентября. Мы с мужем пошли в лес за грибами. Посмотрите, сколько подберезовиков. Это целая стая. Мы пришли на болото. И вот здесь, в мху, на болоте, их просто очень много. Красота! Какая красота! Друзья, да, что нужно для счастья? А для счастья нужно найти грибную поляну. Смотрите, какой хороший. Я обязательно проверяю. Смотрите, чистый. Отличный грибок. Вот, какая красота. И в корзиночку. Вот сколько уже мы набрали. Это только мы зашли на болото. Очень красиво. Какая прелесть. Подберезовички. Ой, какие хорошие. Видно, что он чистый, но я, конечно, все равно проверяю. Делаю разрез и беру все самые красивые, чистые и вкусные. Ну вот, друзья, 15 минут сбора. Посмотрите, сколько красоты. Побрали мы подберезовичков и сейчас нашли небольшую поляну с лисичками. Вот они, рыжие. Будем собирать теперь лисички. Вот, уже начали. Красиво. Красота. Вот они, наши грибочки. Ну расскажи мне, как живешь. Ну расскажи мне, чем ты дышишь. Налей мне выпить, что ты пьешь. Спой песни мне, какие пишешь. А то чего-то вдруг дошло, нашло, нашло. И как-то долго не проходит. И настроение ушло. И все обратно не приходит. Да ничего, живем пока. Нормально все,